тяжелая игра у нас получилась сегодня. Соперник хороший. И немножко напряженка пошла, когда у нас удаление. Считаю, такое немножко спорное было. Поэтому. А гол получился там. Такую ситуацию у нас нападающий хорошо убрал там под себя розыгрыш стандарт. Ну, навесил на дальний. Так, случайно добежал, попал. Ну, все-таки один человек не забивали, осталось здесь и забили. Все-таки у «Динамо» много что не получалось. Была какая-то мотивация уже, что стало? Вы знаете, когда происходят такие моменты, там, удаление или еще что-то, наоборот, команда сплачивается. У нас сейчас, я считаю, наоборот, очень хороший и дружный коллектив. Для нас каждая игра – это только на победу, несмотря на любого соперника, мне вообще не важно. С «Динамо» всегда получаются хорошие игры, даже если «Волга» проигрывает, то игры получаются действительно хорошие. Это что, закономерность? Да? «Волга», может быть, стала неудобным соперником для «Динамо»? Просто там хорошие мастера и команда, которая сама играет и дает играть. Поэтому с такими командами всегда приятно. И не сказать, чтобы легко, просто приятно играть. Они сами играют и дают играть. Сейчас как новички команды вписались? Ну, покажет время, так тяжело сказать. Товарищеские игры и сборы – это одно, а когда начинается контрольная игра чемпионата. Поэтому, слава богу, что все у нас, все подошли и все получилось. В команде как-то обсуждали, как сложный календарь, следующий матч с «Спартаком», «Рубин», «Локомотив». Да, какая разница, с кем, со всеми играть. Просто очередность – это разное, и все. Нет?